Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Шакир Юлдашев. Готовим вместе вкусные и полезные завтраки из того, что всегда можно найти дома. Сегодня с вами делюсь очередным рецептом яичницы. Приготовим ее с томатом. У арабов эта яичница называется шакшука. В Грузии ее называют чурбули, а вы называете как хотите. Главное, готовьте. Для яичницы с томатами нам потребуется, собственно говоря, куриное яйцо, лук, чеснок, можно добавить острого перца, обязательно томаты, свежие или консервированные, и немного зелени. Я взял базилик, кинзу и петрушку. Начнем с нарезки лука. Нарезаем его помельче, для того, чтобы он быстрее пожарился. Немного посолить. Если у вас свежие помидоры, необходимо сделать крестообразный надрез, ошпарить их и снять кожицу. Я использую консервированные, поэтому мне остается только лишь размять их вилкой. Когда лук слегка зазолотится, добавляем помидоры. Теперь добавим некоторые вкусовые нотки. Чеснок. Необходимо потомить помидоры с луком, чтобы это все размягчилось, соединилось, стало еще вкуснее. Добавим перца в наше блюдо. Вы можете использовать любую зелень, которая вам нравится. Я возьму листья кинзы, немного базилика, петрушку лучше нарезать ложечкой. Делаем выемку для нашего яйца. Разбиваем аккуратно куриное яйцо или перепелиное, штук 10. Проснулся утром, тишина. На улице ни звука, лишь манит с кухни аромат. Узнал его шакшука. Бодрящее и ароматное пряное блюдо у нас готово. И прелесть еще в том, что его подают прямо в сковородочке. Лишней посуды мыть не придется. Приятного аппетита!